Ты езжай, езжай, да, конечно. Ну, хочешь, садись, давай посмотрим, как ты осаживаешься. Давай, саживайся. То есть сдавай назад. Крейки. Жень, ты куда улетел-то? Ты что, ёба дал? Ты нас там заебёшься ждать. Ты сиди, смотри здесь, куда ты улетел-то? Реверс вперед включи, перед открытием двери. У тебя не комсомольская сейчас, а вокзальная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция вокзальная. Уважаемые пассажиры, вагоны поезда, держитесь за поручни. Вот теперь объявляй вокзальную. Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится. Не то нажал. Станция вокзальная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Новоармейская. На минус нажми еще раз. Поехали. Торможение на станциях целиком и полностью осуществляется с помощью ДРКВ. То есть контроллер мешается. Понятно.
Доезжай до конечной, там все поймешь. Ну, у тебя двери вне станции. Поехали дальше, короче, пизду. Станция больше не. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция в Октябрьской. Вот ты проехал станцию, ты знаешь, что нужно делать? Если ты проехал станцию так, что у тебя двери уехали за платформу, либо диспетчер тебе дает приказание, указание производить посадку-высадку, не осаживаясь, при этом проинформировав по грубой связи пассажиров о том, что посадка-высадка через такие-то двери не будет производиться, выйти в салон и отключить их, и потом осуществлять посадку-высадку, либо же он тебе даст команду осаживаться, что крайне маловероятно. Обычно либо так, либо проследуешь станцию резерва. И вот если тебе говорят проследуешь станцию резерва, каковы твои действия дальше? Такую-то без остановки. Хотя остановка, в принципе, была.